группы участников, боевых, которые проявили в городе Краснодар, 20 ноября, который завтра, организация, конечно, пресс-конференция будет состоять из следующих. Первое, это официальное завершение. Далее, три спортсмена выставили ответить на ваши вопросы. И далее, спортсмены останутся для тренировки, подготовки к завтрашним боям. Сейчас мы просим первую пару. Ну, давайте представим сначала. У нас здесь присутствует представитель Галич Бола, начальник первого отдела Иван Жуков. Иван Акенко, Нижний Новгород, Игорь Соловаев. Менеджер и заслуженный судья России из Нижнего Новгорода Александр Носов. Сам участник производителя чемпионата, как по версии Иван Акенко, Нижний Новгород. Дмитрий Шахмутов, его представитель Олимпиада, многократный чемпион мира по тайскому боксу Беларуси. Мира пока один на весе для молодого 281 килограмм. И вот главный бой вечера Александр Сергеенко. Его тренер, заслуженный тренер России, считающийся одним из лучших тренеров Российской Федерации, который чемпионом Виталий Мурзык, который пластик. Промоутер боев, все промоутер боев Юрий Макбернер, студент. И участник боя за титул чемпиона Европы Андрей Герасимчук, Беларусь. Сейчас мы попросим спортсменов первого пара возле титула чемпиона Европы перейти и подойти нам к взвешиванию.